think the girls with their nails done now. Всем доброе утро, ребят. Ну что, у нас сегодня обзор обновления на русском сервере. И на Тайване открылся наконец-таки шарик со всеми принадлежностями. Так, смотрим, что интересного у нас есть. И пойдем на русский сервер, посмотрим, что по обновлению. И попробуем выбить нового героя на английском. Будет попозже обновление. В общем, ждите интересных сегодня видосов. Так, что у нас... Ну, что я могу сказать? Отличный шар, бомбический, потому что есть два скина для некоторых серваков. Они очень недостающие. На оккультиста и на фобушку скин. Круто. Печеньки, эти расходники, фигня. Но вот еще один большой плюс. Камикроки 5. Однозначно плюс, потому что многие, ну, я не знаю, без доната... Через годик дойдут до 14 скилла. Некоторые уже, возможно, дошли. Ну, в общем, такая вот тема есть. На халяву камни 15 штук. 2 героя, 2-3 героя можно прокачать. Неплохо. Я скажу по шарику. Очень даже ничего. Конечно, как обычно, нету героя. Так, обменка. Обменка, ну, как по мне, реально обалденная, просто офигенная. Не факт, что она на русском, как обычно, будет, но здесь вот эта вот фигня, ну, вот паладина на космо обмен, это реально круто. Причем паладин плюс череп, я считаю, такие герои можно слить ради космо. Это однозначно плюс. Новые камешки для прокачки, ну, что я могу сказать, тоже неплохо. 20 кгшек и 50к на 2 камня плюс бога грома. Так, обменка скин, нифига себе, вот это прикол. Я считаю, тоже обалдеть. Да ну нафиг, посмотрите на эти обмены, это реально огонь. Конечно, надо иметь такие ресурсы, к этому надо быть готовым, но 2000 этих, это нету у такого бездона, но у донатов, думаю, возможно, некоторых есть, не хватает этих героев, но, честно говоря, шок по поводу шарика, реально жесткий шар, и я просто в шоке с этого шарика, реально круто, шар, блин, просто нестандартный, что-то с AGG случилось, реально, что они продают этот шар. Поехали дальше, посмотрим, что у нас интересного есть. Может, что-то новое с итемов добавили. Но пока сюда ничего не добавили. Карты. Ну, я вам скажу так. Стоящая, действительно стоящая тема. Так... Ну, шарик, блин, меня реально удивил. Ладно, давайте я сейчас сделаю еще одну тему. Я потом отдельно видос засниму. Попробуем выбить героя и обзорчик сделаю. Я попробую сейчас вам сделать, показать еще акции некоторые на некоторых серваках. Там тоже реально обалденная тема. Итак, AS-сервер, ребят. AS-сервер. Я тут позабирал некоторые плюхи. Обожание героев. Кстати, здесь забрали полностью все фуловое. Здесь реально народу нормально играет, потому что играют с разных стран. Скажем так, интернациональный. Есть настолочка. Сегодня опять вернули сюда Вольта. Ну и что я могу сказать, красавчики, красавчики по плюхам, здесь реально круто. Но это все такое, знаете, заходишь эти акции, смотришь, это все фигня. Заходим вот сюда, разбиватель яиц, карта богатства. Кстати, надо ее тоже зафармить. Я постепенно здесь забираю просто плюхи. К
когда бывает время, захожу. Получить. А, парящий мы забрали, кстати. У меня пальца нету на парящий. Собери сам, я вам сейчас покажу. Тоже обновили здесь. И собери сам, тоже офигенный просто. Но это все фигня. Сейчас вы увидите офигенную тему. Я считаю, офигенная новость для бездонатов. А, такие вот плюхи донатные. Ну, я вам скажу так, что очень крутой здесь шарик тоже. А, скины, карты. Ну, в общем, все, что хочешь. Расходники. На втором наборе сумки Зефира уже, скажем так, более-менее нормально продают лисицу. Расходнички на третьем. Начали божество продавать. Тоже однозначно плюс. А плюс дофига таких расходников. Ну, если будет здесь такой обмен, как там, блин, это реально круто. И теперь самое основное, ребят, самая крутая новость. Заходим в пирата. Вуаля. Что вы видите? Сумки лис, лиса и зефира, хоть и первые, но теперь есть возможность без доната быстрее собрать, добрать, особенно у тех, кто копит самоцветы. Блин, это реально круто. Это реально офигенно, я вам скажу так. Плюс еще дополнительно посмотрите, каких здесь дают героев. Блин, как по мне, это реально офигенно. Такс. Че, попробуем удачу. Это нам надо что, 2400? Вот у нас есть 2400. Сейчас только единственное, нам надо склад почистить. У меня тут на складе, конечно, огонь, что делается. Так, это можно продать. Оно нафиг не надо. Это можно открыть. Потом, если что, обменяем. Открываем карты. Но вот так вот, ребят, вот так вот живут люди на английском сервере. Сейчас попробуем словить лисицу и бездонате. Конечно, мы не словим дофигища суммы, как хотелось бы, отличное исцеление. Но по расходникам, видите, здесь просто огонь. Тут у меня, я вам скажу так, герои просто бомбические. Чик, бигфутище. Ну, бигфут у нас вроде есть тоже. Сейчас я гляну, что у меня на этом серваке вообще делается. Да, бигфутик у нас есть. В общем, поехали. Фрея тоже, кстати, есть. Поехали, будем пробовать. Вот у нас есть две попытки. Добыча пирата. Ну, блин, как по мне, это просто огонь. Чик. Бля, ну посмотрите на эти плюхи, камни даже дают отсюда. Блин, пират просто жесткий, как по мне. Вот даже такие плюхи, 600 слизней. Посмотрите, каких я героев получил. Ну, к сожалению, сумки не упали. Но расходники, я думаю, что просто бомбические. За 2400 такие расходники, это, конечно, жестко. Что-то пошло не так. Смотрите, сколько ворожаев. 3 ворожая, ребят. Сундуки. Ну, блин. Круто. Вот что я могу сказать. Вот реально просто обалденно. По плюхам здесь. Ну, такого на других серваках однозначно нет. Недостаточно места на складе. В общем, сейчас буду пилить вам обзор на русском сервере. Но шар реально крутой. Не хватает места, ну оставим тогда, значит, потом под... А, у меня здесь еще есть. Шар крутой, обмен крутой, но, к сожалению, скорее всего, на русском сервере этого не будет. Грубая сила, расходники, слизни. Ну, блин, что еще хотеть? Посмотрите, сколько слизней. В общем, такие вот, ребятушки, дела. Пишите комменты, что вы думаете по этому поводу. Но реально вот это вот радует. Вот такое вот в обновах радует. Ну, вот здесь обновы не было, здесь пират просто радует. А там радуют плюхи, которые в обмене. Ну, как по мне, это реально просто кайф для любого аккаунта. В общем, вот так вот. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите
новых видосиков. Всем удачи, всем пока.